Слушайте, очень круто, очень круто. Я, не раздумывая, согласилась. Мне очень повезло, что на тот момент, когда я соглашалась, у меня было очень много свободного времени, да, ну как, очень заранее согласовываться, потому что нужно сшить костюм. Это сложнейший. Вы бы знали бы, как это подкрепится. Вам лучше не знать, но где точно. Но чтобы вы понимали, внутри шлем. Там внутри каска, все строительное. В общем, и это нужно было все сшить, и было время еще подумать, передумать 350 раз. Но нет, я сразу же согласилась. Мне нисколько не пожалела, буду очень скучать, мне очень здесь понравилось. Я больше всего буду скучать по своей шаурме. Я ее выбрала, мне ее сшили, я ее носила, и теперь кому она достанется, так как я ее буду носить. По вокалу мне очень нравится гусеница. Очень нравится гусеница. Мне нравится мандрил, потому что он тоже такой игривый, такой, поет очень классно. Привет, и мне, кстати, передавал мандрил, что он болеет, переживает. И мне очень нравится Бармастайл, точно так же, как и всем зрителям. Безумно красивая маска с каким-то своим секретом. Мне очень интересно, как он сказал. Смотрите шоу «Маска» в 20:20 по воскресеньям на НТВ.